Riga. Welcome to our conference. To Tallinn. Sorry? Welcome to Tallinn. Yes, we have, I think it's a very important opportunity today to meet together and to discuss about the environmental problems of the Baltic. And that our main organizer is the Clear Baltic Fund, who is representative of Mr. Admiral Polk, the president of the fund, Estonia Tallinn. And I hope that today we will have an interesting discussion, and we'll see what the result of this, and see what we can do to improve the situation in the Baltic. Everyone, I think, here know that some years, 50 years ago, that chemicals, weapons were dropped in the Baltic, and still we have this result, what continued to pollute our waters. And for start, for open of conference, I would like to ask Mr. Polk to start and open our conference. У меня маленький организационный вопрос. Кто в зале из присутствующих не понимает русского языка? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну вот видите, как хорошо. Все понимают. Yeah. Just a question, maybe someone not speaking Russian, that I will translate. The question was, if someone not speaking Russian, please raise your hand, because if you don't understand Russian, you don't understand what Mr. Polk is saying. And it looks like we can have some presentation in Russian, but also we will have some presentation in Latvian. So I will make a short translation. And please, if someone don't understand what's going on, don't hesitate, raise your hand, and we will help with understanding of the presentation. Ну что, тогда я начну. Фонд «Чистая Балтика» Эстонии существует 22 год. И за это время, значит, была проделана очень большая работа по вопросу, который находится, так сказать, является главным вопросом согласно устава и задач фонда «Чистая Балтика». А именно, экология Балтийского моря, его защита от химических захоронений времен Первой и Второй мировой войны. Других задач у фонда нет. За это время была проделана совместно с другими фондами, с которыми мы сотрудничаем, потому и мы называемся Международный фонд экологической безопасности. Это целый ряд других организаций, прежде всего в Прибалтике, в странах Балтии, в России. В России мы сотрудничаем с фондом «Мировой океан». И сегодня президент этого фонда выступит в онлайн-режиме, будет рассказывать о том, какая работа проделана. Тоже этот фонд существует где-то примерно больше 20 лет. Сегодняшняя наша задача и наша встреча тоже посвящена этому единственному вопросу. Почему? Потому что наши наблюдения, и не только наши, а наши совместные наблюдения, так будет правильнее сказать, показывают, что ситуация на дне Балтийского моря из разряда угрожающих, а захоронения начались в 1945 году, массовые захоронения химического оружия, и закончились в 1948 году
Но это официально. Они официально они были продолжены некоторыми странами, которые не успели захоронить, до 79-го года. Так вот, ситуация из разряда угрожающих переходит в разряд беспрецедентных. И несмотря на то, что мы обращались в различные инстанции, в различных странах, конкретным лицам, в том числе и руководителям стран, президентам, премьер-министрам, существует целый ряд документов, с которыми можно ознакомиться на сайте planbaltic.org. Ситуация сводится к тому, что вообще принято искать, кто виноват и что делать, когда назревают какие-то моменты, которых не решать уже нельзя. Значит, кто виноват, сначала говорили о том, что ситуация сложилась в 1945 году, что когда страны-союзницы наступали на Берлин, а Гитлер угрожал оружием возмездия, значит, до самого, так сказать, своего конца. Значит, оружием возмездия оказалась как раз вот эта вот химия, которая была накоплена, повторяю, начиная с 2014 года. Значит, Первая мировая война, вы знаете, это было оружие в основном германского производства. И, значит, до 1945 года. Хоронили это оружие четыре страны. Соединенные Штаты, Великобритания, Советский Союз, и Германия, потому что это было ее оружие. Больше того, армии-союзницы, они тоже думали, что это оружие возмездия будет связано с химией, с химическим оружием, и каждая из этих армий имела свои подразделения и, объективно имела, безусловно, свои подразделения, свое химическое оружие. Оно тоже было затоплено. Мораторий на информацию, согласно Потсдамской конференции, это ее решение было, захоронить, продолжался 50 лет. В 97 году уже Россия обнародовал порядка 10-12 документов, согласно которым было открыто те районы, которые Советский Союз, загадил этим своим оружием. И своим, и немецким. А Соединенные Штаты Америки и Великобритания продлили мораторий на 20 лет до 2017 года. Но повторяю, ситуация на сегодняшний день такова, что замалчивать эту проблему нельзя. Почему? Потому что это оружие, как показали исследования, во-первых, это были 14 видов, 14 наименований химического оружия. Ни против одного из этих химических отравляющих веществ не было изобретено антидота. То есть сейчас, когда что-то изобретается в области химии, тогда должен обязательно быть антидот. В данном случае мы имеем дело с оружием, которое, как выяснилось, обладает и мутагенными, и канцерогенными свойствами. То есть оно никуда не исчезает. Оно остается, и больше того, оно становится еще более вредоносным для окружающей среды, для тех обитателей, которые находятся на дне, для фауны, флоры и
естественно, для человека. Больше того, вот к тем местам, где, вот наше исследование показывает, тем местам, где захоронено химическое оружие, почему-то наиболее активно устремляется рыба. Ну почему? Потому что, так сказать, ну значит, водоросли, планктон, чем она питается, рыба, а потом, значит, эта рыба, естественно, появляется, и она по этой пищевой цепочке доходит до человека. В некоторых странах, значит, нами тоже было неоднократно, значит, предупреждались, значит, замеры показывали, что так называемые пределы допустимой концентрации вредных веществ в рыбе зашкаливали. Но целый ряд стран вот эти предельно допустимые концентрации, они повышали. Повышали в десятки раз. Ну, во всяком случае, финны с нами согласились о том, что да, было такое дело. Значит, я не знаю, почему. Почему совсем недавно Россия наложила, значит, мораторий на ввоз рыбы из Латвии и Литвы, но мне кажется, одной из причин этого является в том числе и, значит, повышение предельно допустимых концентраций, которые, значит, в протах традиционных, которых очень любят в России, значит, и в других странах, в европейских тоже. Я встречал это и в Германии, я встречал это в Чехии, продаются латвийские, так сказать, и литовские шпроты. Немножко погромче, пожалуйста. Погромче. Микрофон. Значит, маленькое добавление к этому. Микрофон не будет. Не работает для скайпа. Если вам нужно, постарайтесь командировать. Ну так, погромче, да? Ну давайте, значит, погромче, то я тоже могу. Способы захоронения оружия были разными. Россия хоронила способом, который относится к разряду, так сказать, варварских. В том смысле, что грузились на корабль, так сказать, ящики, значит, со снарядами, авиационные бомбы, контейнеры. И выходил корабль в море, и команда, значит, специальная, так сказать, значит, сбрасывала все это оружие, где попало, значит, в море. И таким образом, значит, если говорить о том, что официально до 1948 года захоронения шли, а, значит, неразрешенные Потсдамской конференции длились до 80-х годов, значит, акватория Балтийского моря оказалась, значит, вот этим способом, значит, заражена таким образом, что где границы начала и где границы конца захоронений, значит, это, значит, уже трудно на сегодняшний день определить. Но то, что оружие там есть, это факт бесспорный, доказанный многократно. Но в целом ряде стран, последнее, я знаю, что в Литве проводились операции войсковые по изъятию, значит, после штормов оружия, самых снарядов, которые были вынесены на берег. Войсковая операция не так давно проводилась в Польше, когда, значит, из магазинов, значит, рыбу из магазинов, из баз, значит, вынуждены были, значит, находить это все это дело, объявляли, значит, о том, что она непригодна к пище и так далее, и так далее. Значит, Соединенные Штаты Америки и Великобритания захоранивали другим способом. Они трофейные суда, которые, так сказать, самых различных типов, начиная от боевых кораблей, кончая
значит, гражданскими плавсредствами, баржами и так далее. Грузили по самое, значит, как у нас говорят, не могу, то есть пока бортами не черпает воду. Минировали бока, значит, этих кораблей по, слева и справа по борту, и караванами выводились в квадрат X, который, где нужно было захоронить. И вот здесь, я просил бы обратить внимание всех присутствующих на одну деталь. Когда мы говорим о том, что, а мы долго, самое долго, много слышали за эти, значит, 70 лет, а в этом году 70 лет исполнилось с начала, начала захоронения, о том, что мы не ищем виноватых. Да, не, впрямую мы не указывали на то, что, значит, кто-то, какая-то страна там отдельно взята или вместе виновата. Но, согласно решению Потсдамской конференции, эти захоронения должны были изначально производиться в Атлантическом океане. Вот почему никогда и нигде до сих пор, и, значит, я вживую не видел, и многие, значит, экологи, которые занимаются этой проблематикой, не видели вживую документа Потсдамской конференции, повторяю, по решению которой все это дело и захоронение осуществляется. А там черным по белому, значит, записано, что захоронение должно быть в Атлантике. Но ни один снаряд, ни одна авиационная бомба, ни один транспорт туда, в Атлантику, так и не дошел. Почему? Нашли оправдание, что когда американцы и англичане составили первый караван, в котором было 18 морских судов, 18, а на каждом судне, значит, экипаж сопровождения. И вот этот караван первый пошел, это была осень 45 года, он пошел в Атлантику, как бы. Но, согласно объяснению американцев и англичан, этот караван попал в шторм на выходе из пролива Каттегат и Скагеррак, датский пролив. Этот караван разметало в разные места, с трудом сняли экипажи сопровождения, но поскольку они уже были заминированы, то стали взрывать, сняв экипаж сопровождения. Ну, естественно, все это дело захоронилось вот на выходе из Балтики туда, в сторону Северного моря. И вот здесь тоже начинается, значит, то, что теперь можно считать как, значит, не считать, а и является преступлением против, значит, будем говорить, всей Европы. Как известно, Балтийское море для стран Балтии, три страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, для Финляндии, для Польши, Швеции, Германии, это единственное море, которое эти страны обладают. Другого моря нету. Можно, конечно, опять же, через проливы попасть и в тот же Атлантический океан. Но Балтийское море у нас с вами одно. Поэтому для нас не безразлично наше отношение к тому, о чем мы сегодня, значит, будем говорить. Или уже говорим. Значит, было принято решение все остальное оружие хоронить в Балтике. И вот здесь самое страшное заключается в том, что, повторяю, Россия хоронила в рассыпную оружие. Извините, а кто принял это решение? А вот приняли, это как раз приняли решение военное. Вот почему я в таких случаях всегда вспоминаю Черчилля, который говорил о том, что война – это слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. То есть военные должны, так сказать, воевать, конечно, на фронтах. Но стратегические решения должны все-таки принимать другие люди и в других кабинетах. А здесь, ну, понимаете, с одной стороны, эйфория.
значит, победа, враг побежден. Значит, с другой стороны, то ли решили сэкономить на, значит, ну понимаете, Балтика рядом, значит, здесь вот в портах погрузили, вывезли куда-то, здесь же в этой Балтике и захоронили. А туда надо плыть, до той впадины, которая была, кстати, тоже, подчеркиваю, обозначена. Глубоководная впадина в Атлантическом океане. Но Балтийское море считается морем закрытого типа. Сменяемость воды в Балтике происходит один раз в 28-30 лет. И то, что происходит на дне, внутри Балтики, на ее поверхности, все это, значит, варится 28-30 лет. Вы понимаете? Если говорить о, просто в сторону уйду от химических захоронений, если говорить вообще о составе воды, о том, что в Балтику веками сбрасывались, так сказать, по всем рекам, которые в нее впадают, значит, их много можно перечислить, большие и малые реки, значит, содержание тяжелых металлов, самое высокое в мире, в Балтике, а это значит свинец, цинк, алюминий, ртуть. По всем показателям, значит, Балтика стоит по загрязненности на первом месте в мире. Из 10 самых опасных зон мирового океана, подчеркиваю, 7 из 10 находятся в Балтийском море. И об этом знают руководители наших стран. Об этом господин Путин, о том, что это он сказал на заседании Хелком, значит, в Хельсинки 3 года назад. О том, что вот из 10 самых опасных зон, 7 зон находится в Балтийском море. Это еще один повод нам задуматься и говорить не только о химии, хотя мы о ней говорим, но о том, что, значит, ну, повторяю, другого там моря нет, поэтому чистить его надо капитально. Значит, исследование Вашингтонского института, института в штате Вирджиния, и Гетеборгского университета, химики исследовали несколько лет фауну, флору, значит, морское дно Балтийского моря, и пришли к выводу. Заключение очень короткое. Балтика – это мертвое море. Мертвое море. Ну, не доверять ученым нельзя. Не доверять политикам можно, оказывается, и нужно. Значит, тогда, когда, значит, исследования велись нашими фондами, не буду их перечислять, организациями, значит, связанными с морем. 10 лет подряд плавала экспедиция научно-исследовательского судна профессор Штокман, приписка Калининград, порт приписки Калининград. Там целевым назначением, значит, я думаю, что Денис Борисов сегодня скажет об этом, значит, более подробно. Он руководил этими самыми исследованиями. Было обнаружено 32 места захоронения тем способом, которым хоронили англичане и американцы. Американцам было предложено в 1997 году обнародовать оставшиеся места. Судя по тому объему, который был известен, судя по продолжительности захоронения, все-таки 3 года, 45-й, 46-й,
47-й, ну, вплоть до 48-го года. Значит, подсчитано, что это было более полу, значит, миллиона тонн нетто, нет, брутто, а в чистом виде химических, химии захоронено, я по-простому скажу, это порядка 300 тысяч тонн. 300 тысяч тонн. Значит, американцы, повторяю, и англичане продлили, и, значит, не рассекречивают места, значит, этих захоронений до 2017 года. То есть еще два года осталось ждать. Но не факт, и это тоже вы должны, значит, пусть это осядет в вашей памяти, осядет эта цифра, 2017 год. Не факт, что англичане, значит, и американцы и после этого они не продолжат мораторий. Никто обязать их не может, кроме, конечно, Организации Объединенных Наций и Европейского сообщества, если оно объединится сначала вот в лице присутствующих здесь, в лице представителей фондов, которые знают об этом, потому что, повторяю, об этом было написано, рассказано, и в десятках статей, если не в сотнях статей, в журнальных, в газетных. Есть в Латвии великолепный журналист по фамилии Мейденс, может быть, вы знаете. Значит, он написал статью после встречи с одним академиком в Минске. Мне кажется, даже кто-то из присутствующих знает фамилию этого академика. Напомните мне, господин Петрович. Тевловский? Да, Тевловский. Михаил Доминикович. Михаил Доминикович Тевловский. Академик, ему сейчас 86-й год, 86-й год идет. Он занимался исследованиями самостоятельно, исследованиями, значит, связанными с химическим оружием. Он имеет патенты на изобретение где-то порядка в 120 странах, правильно? Если я ошибусь, поправьте меня. Значит, 32 патента у него. Вот 32, нет, еще в разных странах других есть. Мы очень хотели его пригласить на наше совещание. Но, к сожалению, он по состоянию здоровья не смог. Мы предлагали ему разные варианты его привезти сюда из Минска, значит, чтобы он выступил. Но, может быть, удастся встретиться и еще раз поговорить с ним. По скайпу? Да, по скайпу, да. Значит, о чем там шла речь? И об этом писал этот ваш корреспондент Мейденс. Значит, о том, что, ну, вы знаете, что существует, так сказать, и парниковый эффект, и прочее, и что озоновая защита озонового слоя от проникновения солнечного ветра и так далее. Так вот, Тевловский доказал, что химия, которая там все-таки, она разлагается. И испарения, которые поднимаются с поверхности Балтики, влияют, ну, катастрофическим способом как раз на озоновый слой. Понимаете? Мы этого не знаем. Нам кажется, ну да, вот вода, ну вот мы плаваем. Потом вдруг тяжело становится дышать. Понимаете? Дышать тяжело становится. Значит, как бы кислорода не хватает. А это, значит, или здесь водоросли морские вынесло, так сказать, они специфический запах имеют, и, значит, либо это идет просто воздушное испарение с мест захоронений, но факт остается фактом, что вот на озоновый слой присутствие на дне химического оружия, самое химические, это боевые отравляющие вещества, значит, оно очень серьезно влияет на озоновый слой. Американцы, между прочим, уже доказали, это совсем недавно, значит, было по Евроньюз, сделали большую передачу о том, что
вопрос, есть ли жизнь на Марсе, некоторые ученые отвечают, жизнь на Марсе была. В таком же, значит, примерно соотношении Марс имел атмосферу свою, околомарсовую атмосферу, как сейчас имеет Земля. Но произошли события, когда, значит, истончилось все, и так называемый солнечный ветер сдул атмосферу с Марса, и теперь она стала безжизненная, беззащитная. Значит, но тем не менее американцы туда собираются послать экспедицию, готовят конкретных уже астронавтов, которые согласились лететь в одну сторону. Ну, вы об этом знаете. Это тема уже другого выступления. Но тем не менее, повторяю, возвращаясь к проблеме, о которой мы говорим. Значит, сегодня вопрос стоит однозначно. Значит, мы знаем, кто что сделал, начиная с 1945 года. Мы знаем ситуацию, которая существует. Мы знаем о том, что увеличились в разы заболевания от неизвестных болезней. Значит, фильмы, которые вы можете посмотреть, значит, и на Ютубе, и на сайте Кленбалтик, значит, фильмы, которые были объявлены к просмотру в разных странах, но в последний момент они с просмотра снимались. В России вместо этих фильмов показывали балет «Лебединое озеро». Сегодня вопрос стоит однозначно. Мы должны собраться нашими силами, нашими возможностями и все сделать для того, чтобы заставить англосаксов, заставить Россию, правопреемницу Советского Союза, как я говорил, и Германию, чье оружие захоранивали, значит, в Балтийском море, приступить немедленно к демилитаризации морского дна. И прежде всего, в тех местах, которые нам известны, массовых захоронений, начать в тех местах мониторинг начать процессов, которые происходят на дне. Почему? Потому что способ, которым можно ликвидировать все эти завалы, массовые захоронения, он существует. Технология есть. Но шевелить там то, что там лежит, уже нельзя. Почему? Потому что мы опасаемся другого, что вот эти массовые захоронения, эти завалы, которые, повторяю, можно увидеть и в фильмах, там и графически показано, все-таки море есть море, это агрессивная среда. Там эти, значит, корпуса снарядов, мин, контейнеров, они проржавели. И существует риск того, что произойдет залповый выброс этой химии, потому что собственное напряжение таково, что могут произойти обвалы, и вся эта химия вычерпнется одноразово, допустим, или начнет, так сказать, из разных мест. Может быть, где-то уже эти процессы идут. Утечки такие, которые, так сказать, значит, ведут к залповым выбросам. Я готов ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста. Thank you very much. I think it was quite interesting presentation, and we learned a lot about this situation, what happens, and please, if you have any questions. У меня вопрос насчет упомянутой ответственности Германии, но приведящего его, так сказать, решением финансовой, может быть, да, помощи. Германия была потеря оружия только. Она не принимала решений о захоронении Балтийского моря. Из этого как будто следует, что как бы ее привлечь к этому юридически. Нет. А другие Англии тоже свои ненужные запасы сохранили в этом деле. Так что фактически остается три страны основные.
Вы знаете, степень ответственности, это уже, будем так говорить, это не второстепенный, первостепенный вопрос. Но не было бы чего захоранивать, тогда бы не было и проблем. Но оружие это было, повторяю, с времен Первой мировой войны. Значит, это оружие массового поражения. Значит, не было бы этого оружия, не было бы и предмета для разговора. Поэтому с Германией никто не снимает ответственности. Это не так называемое долевое участие. Эту тему уже неоднократно обсуждалось. Там пыталось уйти от того, чтобы, допустим, значит, кто-то там меньше, кто-то больше участвовал. Нет. Участие, так сказать, вот этих четырех стран, оно должно быть непременно. Мне второй вопрос. Пожалуйста. Из этой вы назвали 14 там видов этих химических веществ, которые вы считаете, ну, из них сегодня являются ядом. Значит, ядом и угрожает. Да. Ну, наибольшим, наиболее опасный это, конечно, иприт. И вот, повторяю, вот исследования на Штокмане показали, что там, где брали пробу грунта, на килограмм грунта приходится 3 грамма иприта. То есть, а одна молекула иприта, она может дать свой вредоносный результат через 4 поколения. Понимаете? А больше автор... Нет, ну, есть и заман, зарин, они тоже не растворяются. Не растворяются? Не растворяются. Но это дело химии. Это уже дело, вопрос вторичный. Еще один вопрос, пожалуйста. Самое главное все-таки решение в этом. И вы сказали, что есть решение. Это было самое хорошее во всем. Есть решение. Скажите, пожалуйста, решение это то, что у Озоленша или еще какое-то решение есть? Значит, решение одно. Да, просто не хочу отнимать, так сказать, хлеб у следующего оратора, который будет выступать, но могу сказать, что значит, вот, Тенгиз Борисов, вице-адмирал, который будет сейчас выступать, он получил звание Героя России за то, что смог нейтрализовать, будем так говорить, подводную лодку «Комсомолец», которая утонула в 1989 году, как раз на выходе из Баренцева моря в Атлантику. Значит, там атомный реактор, поскольку атомная лодка, там другие элементы излучающие были. И это, мы будем говорить, это Чернобыль. Это Чернобыль. Точно так же, как вот 32 места, каждое из этих мест, это отдельно взятый Чернобыль, чтобы было понятно. Значит, мы вернемся. Это значит его методика. Это не его методика. Этой методикой занимались академики из многих стран мира. Потому что это была общая беда. И они разработали методику, применимую химии. Sorry, I need to follow. Рывок. Okay. Ladies and gentlemen, now we continue with our presentations, and we will have opportunity. Oops. Opportunity. I will hope that we will have opportunity. To talk with the president of Russian World Ocean Foundation.